Всем здравствуйте! Это канал «Еда на любой вкус». Готовим сегодня баклажаны на зиму в томатной заливке. Баклажаны очень вкусные, слегка острые, хотя остроту по желанию можно убрать. Готовить быстро и легко. 1,5 кг порезанных помидоров перекручиваем на мясорубке. Можно использовать любые томаты. Главное, чтобы ничего испорченного не попадалось. Ставим томатную массу на плиту, включаем нагрев. В начале кипения добавляем 100 мл 9% уксуса, 200 мл растительного масла, 1 столовую ложку соли и 100 граммов сахара. Хорошо все перемешиваем и ждем полного закипания. В это время режем 1 кг баклажанов, обязательно предварительно моем, удаляем плодоножку и носик. Можно порезать толстыми кружками, так я делала раньше. Но теперь я режу половинками. Кстати, если резать тонко, то они просто превратятся в кашу. А половинки просто удобнее доставать из банки. Если баклажан крупный, то режем его на 4 части. У сладкого перца удаляем семена и перегородки. Режем соломкой. По рецепту требуется 500 граммов сладкого перца, но его можно брать по вкусу. Сегодня добавляю всего одну штуку, это примерно 200 граммов. Очищаем головку чеснока, складываем в блендер. У острого перца удаляем семена и также добавляем к чесноку. Тщательно измельчаем. Кстати, можно использовать мясорубку. Теперь это все добавляем к закипевшим томатам. Сразу высыпаем подготовленные баклажаны и сладкий перец. Аккуратно перемешивая, доводим до кипения. И как только все закипит, варим 35-40 минут. Периодически нужно будет мешать, но очень аккуратно, чтобы баклажаны не повредить. Заметно, как масса немного уварилась, баклажаны стали мягкими. Теперь выключаем. Раскладываем обязательно в стерильные баночки и плотно закрываем стерильными крышками. Перевернем, укутываем до полного остывания. Кстати, выход примерно 3 литра. Приятных вам заготовок! Попробуйте вкусные баклажаны на зиму. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за ваши комментарии. До новых встреч, пока!